Всем привет! Всем привет! Вы его не верили? Только что распечатывали домашние задания. Да, общем, впервые за долгое знаете, время. Знаете, какая тут цена? Один листок стоит 10 копеек, евроцентов. 10 евроцентов. Да, это в Испании мы гривны распечатывали за 6. Представляете? Да. А в Украине вообще за 70 копеек. Да. Черно-белый листок. Вообще, это домашка, мы ее распечатывали. Вообще, нам ее задали написать вручную. Но все, никто не написал вручную, все напечатали в Word'е и просто распечатали. Сейчас на паре, и смотрите, как у Франциско, что нужно сделать, чтобы разблокировать его компьютер. Компьютер распознает его лицо и разблокируется, смотрите. И мы также попробовали с Катиным лицом, и она его не узнала и не разблокировалась. В общем, у нас закончились пары, и мы сейчас будем готовить Стасу подарок. Мы придумали, что мы не хотим ему дарить просто торт, что это слишком банально. И мы ему купим бургер. И туда ставим свечку, и будет все красиво. Мы ему, наверное, купим Биг Мак. Ну, в общем, мы сейчас еще точно подумаем, что мы купим. Может, там какие-то спецпредложения. Ну, в общем, такая наша идея. То, Биг Мак это интересно. Вот, потому что сам он не пойдет в Макдональдс, мы тоже здесь не ходим в Макдональдс, потому что там, ну, как бы дороговато, и смысл туда вообще ходить, если, ну, если можно купить что-то другое. Вот, и поэтому мы решили вот свечечку вставить в Биг Мак. Вот, и будет интересно. В общем, мы решили не ограничиваться бургером, мы устроили просто самое вредное день рождения в мире. Смотрите, это Биг Тейсти. Картошка, кебаб пакистанский, KFC, курочка, кока-кола и кофе, который Стас хотел попробовать из кофейни Кука, которая находится прямо возле нас, но он никак не мог до нее дойти. Ну, в общем, та-дам! И вот я вставила свечечки для желания. Вот так. Теперь мы ждем Стаса, Дима пошел его забрать с торгового центра, куда мы его отправили. Потому что нужно было бы подготовиться. А мы живем вместе, знаете, возможности нету такой. Ну, в общем, сейчас они придут и посмотрим, что он скажет на это все. С днем рождения! Нифига себе! Да, все, загадывай. Ура! Все, ты должен это все уничтожить. Как тебе кофе, который ты еще не пробовал здесь? Такой, как в самых лучших кофейнях, где я пробовал. С особым привкусом. Супер. Да, я правда не знаю. Ладно, не, нормально. Я хочу попробовать. Да, вкусно. Угу. Правда, дорогой, зараза. Мы бы его каждый день купили, если бы не такая цена. Сюрприз съеден. Живот полон. Именинник не может встать с постели. Так наелся. Вот. И все счастливы. Все-таки вредная еда, это хорошо для организма. Угу. Больше для мозга. Да, больше для психологического состояния. Угу. Я решила переделать себе маникюр. Я уже сняла свои блестящие ногти. На самом деле я подумала, что нужно сделать новый маникюр, потому что у меня начали облазить вот эти два пальца. Я неправильно нанесла как-то блестки в прошлый раз, и они начали слазить. Вот, поэтому я сейчас буду делать новый. Все, я сделала маникюр, вот что у меня получилось, в общем-то вы видели,
Вот, и сейчас мы быстро-быстро собираемся, меня мальчики уже тут торопят полным ходом, потому что мы идем в кальянную. Да, мы будем курить здесь хороший-хороший кальян. Вы заказали какой-то, если приводить условно, цветочный чай. Я думаю, что он будет очень ароматный, вот такие прикольные чашечки. Да, там они без чая, если что, это. И это не плесень, это чашки такие. Кипяток, нам чайник целый дали. И его еще можно просить, чтобы его перезалили еще кипятком. Поэтому. Ну вот можете понюхать. Класс. Вкусно. Пахнет. А вот нам принесли кальян. Вам его не очень хорошо видно, но вот он. И вон Стас уже его дымит. И вкус мы заказали, я забыла, что это? Грейпфрут. Грейпфрут и мята. Да. И персик. И персик, да. О, ну ты надымел, Стас. Кстати, очень-очень вкусный кальян. Даже мне нравится, хотя я не очень люблю кальяны. А Диме вообще нравится, и Стас вообще балдеет. А мне очень нравится чай. И особенно чашечки. И чай. И особенно чай, и особенно чашечки. Вот это место называется THC. То есть Tea and Hookah Club. Чай и кальян-клуб. Спасибо. О, да, зовут. Потихать как раз. Да, спасибо нашему имениннику, что нас сводил в такое прикольное место. Там можно не только кальян курить, если кто кальян не любит, там можно просто чай пить. Там огромный выбор вообще чая. Там страниц 5, наверное. Да, там 5 страниц, там даже можно заказать чайную церемонию, что к тебе приходит девушка с азиатской внешностью и да. Все это устраивает. Правда, чайная церемония стоит 35 евро, но я думаю, она на человек 10 может даже быть рассчитана. В общем, так, очень интересное местечко. Смотрите, что здесь делает этот мастер-шеф. Кто? Мастер-шеф! Как ты меня обозвала? Димка, что ты готовишь? Я готовлю мясо, которое вот-вот должно было испортиться. И это нам на завтра, вот. На завтра. В университет мы возьмем с собой еду, чтобы экономить. Чтобы столовки не кушать, будем с собой брать. А что это у тебя там за сосиски? Это я сейчас себе. А мне? Ты сказала, что ты не хочешь. Ну ладно, я буду авокадо. Авокадо кушать. Вот моя авокадо. Вот моя красотища. Кстати, я не знала, что я так люблю авокадо. Они очень вкусные. Оказывается. Все, Димка приготовил уже свою еду, вернее, нашу еду на завтра. А я тут по-мелкому поставила себе семена чиа. Вот они у меня будут сегодня настаиваться всю ночь. Вот, потом я порежу манго, которое у меня, кстати, уже доспело, видите? Оно уже пожелтело, значит, оно уже должно быть вкусное. Я уже одно съела, недоспевшее немного, поэтому оно было не очень вкусное. Надеюсь, это будет вкуснее, но здесь манго я больше покупать не буду, потому что они совершенно не такие, как в Испании, и дорогие. Вот, так что, увы. Вот. Мы будем ложиться спать, нам завтра на 8 утра, как всегда, в среду. Вот. И сегодня наш день подошел к концу. Хороший был день. День рождения всегда хороший день. Вот. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.